И всем еп, поиграл, как говорится. Пацаны, пару дней меня не было на стримах. Я приболел, но ко мне пришла большая посылка. Посылка от Павла Жиряда, 1985. Он так подписан в чате. Он меня периодически поддерживает, заказывает фильмы. Присылал мне Sony PlayStation 3. Красивая, она будет мелькать еще в видосах. А сегодня у меня на полу просто стоит посылка. 13-килограммовая коробка. С чем она? Давайте посмотрим, распакуем. Мне уже самому интересно. Я сейчас покажу ее. Опа, бля. Вот такая вот карабулина. А, есть. Опа. Поставил ее рядышком. Погнали. Вверх написано. Но я верха не вижу. Тут нет крышки. Она как будто вся цельная коробка. Коньячный Одесский завод. Я надеюсь, тут не коньяков запас. Хотя было бы неплохо. Придется вот так делать. Ну, давайте посмотрим, что тут. Ох, ё-моё. Пацаны, давайте заглянем в посылочку. Она просто не помещается. И вуаля. Целая, мать его, коллекция дисков. Я поставлю рядом коробочку и будем смотреть каждый фильм. Может быть, про них что-то расскажу, что я знаю. Сразу пак. Тыдыщ. Пираты Карибского моря. А? Хорош? Ух. Хорош. Very beautiful. Хорош. Смотри, какой. Дивидюшечка. Ну, кто-то на ней уже жарил яички. Так, хорошо. Пираты Карибского моря. Ну, хорош. Вау, послезавтра, блин, это ж мой любимый фильм. Ай, пацаны, кто не смотрел, это же фильм «Послезавтра». Это про конец света, один из лучших фильмов. Джейк Джилленхол, или как его зовут? Да, Джейк Джилленхол, вот, пожалуйста. Вот такой вот десочек. Вот это, блин, благодарочка. Павел, спасибо. Пацаны, кто не знает, Павел с недавних времен тоже ведет стримы, и он любит как раз такие тему гонок. Он сейчас играет в Gran Turismo, играет хорошо, играет со всем миром, выигрывает. Зайдите к нему на стрим как-нибудь, порадуйте его. Он не просил об этой рекламе, но я думаю, ничего плохого, если я это скажу, не станет, а ему будет, я думаю, приятно. Хорош, давайте сюда его. Заложница. Они забрали его дочь. Он соберет их жизни. Лиам Нисон, заложница. Ну да. Бывший секретный агент, а ныне одинокий неудачник Брайан, вынужден уступить на порог жены и дать согласие на поездку 17-летней дочери Европу на каникулы. Наивную девочку, а также ее подругу, похищает албанские бандиты и собирается продать в рабство. Взволнованный отец тут же едет во Францию, чтобы в одиночку спасти дочь. Вот, вот такой внутри диск. DVD-видео. Здесь состояние диска хорошее. Хорошее. Я пока не умею работать с этой камерой, мне непривычно. Поэтому извините, если что-то будет не в фокусе. Гнев. Дензел Вашингтон. Фильм Тони Скотта. Гнев. Ну, Дензел Вашингтон, я думаю, все знают, кто это такой. Вот так вот. Хорошо выглядит. Прикольно, диск напечатан. Необычно, я так скажу. Вот это-то Павел выдал. Underworld, другой мир, восстание Ликанов.
Вот такой вот дядька. Вот такие вот дядьки. Вот такие вот дядьки. Интересно, что у нас внутри. Ну, это гораздо интереснее. Underworld, я думаю, не имеет смысла представлять этот фильм. Фильм как бы про вампиров. Фильм нашего детства, нашей молодости. Красивый шиддик DVD. Красивый десок. Вот такой вот гангстер. А здесь десочек почему-то справа достается. Прикола. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, хотел аккуратно переложить. А, ну тут уже диск выпадал. Тут уже диск выпадал и до меня. Такая матовая, полуматовая упаковка. Индиана Джонс. Индиан. И последний крестовый поход. У нас производят в формате DVD. Крестовый поход. Про Индиана Джонс ничего не могу сказать. Не мой самый любимый фильм. Но как выполнены диски, естественно, к этому претензий... Извините. Голос садится. Претензий к этому нету. Вот такой вот десочек. Красивый. И Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. В хорошем состоянии. Сказал, в новеньком. Вот такой вот. Что у нас внутри диска. Так... Диск в хорошем, шикарном состоянии, я бы сказал. Вы знаете, я много очень фильмов смотрю, в принципе. Возможно, кто-то из вас и больше их видел. Но все самые популярные, я думаю, мне так или иначе попадались. Перевозчик. Ну, перевозчик, конечно же. Джейсон Стэтхэм. Красавчик, коллекционное издание. Вот так вот. Перевозчик, смотри, какие туфельки, а. Сразу захотелось устроиться водителем. Ё-моё, на двух дисках. Посмотри, а. Красиво-то как. Ну, мне нравится немножко другой, где он под адреналин с Джейсоном Стэтхэмом. Да и вообще, одно время я тоже подвисал на его кино. Так, опа. Гэри. Путешествие в твою мечту. Гарри Поттер и Философский камень. Подожди, Гарри Поттер и Философский камень. Это же первая часть, да? Обычный лондонский мальчик Гарри на 11-м году жизни узнает, что он осиротевший сын двух могущественных волшебников и сам обладает магической силой. Но на этом диске кто-то жарил яишенку. Вот такой Гарри Поттер. Да. Опа. Эпизод 4. Блин, Звездные войны — это шикарно. Звездные войны — это класс. Чем более диск в таком хорошем состоянии. Обложка прикольная. Такой не черный, а какой-то сероватый такой цвет. Может, я ходил на этот фильм? Возможно, я ходил на этот фильм. Скорее всего, я смотрел его в кинотеатре. Шикарно. Татуин. Планета пустыня. Уже... Остаревший рыцарь, джедай Оби-Ван, спасает молодого Люка Скайуокера, когда тот пытается отыскать пропавшего дроида. С этого момента Люк сознает свое истинное предназначение. Он один из рыцарей джедай. Как раз мне пригодится для видео. А, ну внутри она уже более черненькая. Ну внутри хорошо. Ай-яй-яй, диск опять болтается. Ой-ой-ой. Это, ну, диск в хорошем состоянии. Я не знаю, как называется. Если железная коробка, это стилбук. А это как называется? Картонбук. В красивом картонбуке. Фильм. Я просто... Ой-ой-ой. Я просто никогда фильмы не собирал. Не годится. И... Святилище красных песков. У-ля-ля. Боевик. Интересно, кстати, «Святилище красных песков». Я не видел ни разу. Кто в курсе, что за фильм, напишите в комментариях. Вот такой вот диск. Так, что у нас внутри? Ну, внутри вот так вот. Хорош. Интересно, кстати. Название красивого фильма. Необычно. Так, что у нас дальше? Дальше прям Вилл еще молодой, моложавый.
пытаясь исправить ошибки прошлого. Бен решает помогать совершенно незнакомым людям. Но все сильно осложняется, когда он встречает смертельно больную Эмили и влюбляется в нее. Я не видел этот фильм. Я еще что хочу сказать, что мне нравится, что тут фильмы все старые. Многие фильмы уникальны. Да, это круто. Так, «Спасатель». Ладно. А, я, мне кажется, немножечко я видел этот фильм. «Спасатель». Красиво. А это что у нас? Хопа. Ох, ё-моё, «Крепкий орешек», коллекционное издание. Ни хрена себе. Смотри какой, Брюс Уиллис. Жалко Брюса Уиллиса, я думаю, все в курсе. Интересуется кино, хоть как-нибудь знает, что у Брюса Уиллиса с памятью проблемы. Ух, Павел, да зачем, блин, можно же было себе оставить. Зачем мне все высылать? Ох, «Крепкий орешек». Ах, вот оно как. «Крепкий орешек», 1, 2, 3 и 4. Ничего себе, 4 фильма. Вот это да, «Крепкий орешек». Джон МакЛейн, блин. «Пункт назначения». Такой же. Да ладно. Такой же, да ладно. Ух. ДТС, DVD. «Пункт назначения». Прикольно, коробка напоминает, как с-под VHS видеокассет. «Пункт назначения», «Пункт назначения 2», «Пункт назначения 3». Фак, это опять крутой диск, реально крутой. Классно. Бро, спасибо тебе. «Пила», полная трилогия, а да, будет много крови. Да ты что. Так, коллекционное издание, «Соул». Где ж такое взять? Я думаю, такой продажи... Отлично. Ну вот здесь обложка, да, вообще, мое почти, как говорится. Вообще сильно. Ух. Да сколько их тут? И... Опа! Ух! «Обитель зла». Глянь, прикольно, какая коробка старая такая. Пластиковая, по типу. Для дисков. «Цельсий», «Аврора». Элис, не раз уже спасавшая мир от смертельных вирусов и неминуемой гибели, вновь взялась за оружие. На этот раз ей предстоит сразиться с корпорацией Umbrella. И, кстати, вот Umbrella, та, которая есть в Resident Evil. Так, полез я дальше. Коробочку. Опа. Так, что у нас тут? «Чужие». Май гаш. Кто ж так делает? «Чужие против хищников», «Реквием». Я не знаю, это третья, четвертая часть. Это уже не то. Хотелось бы стареньких «Чужих». Раз. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот такой вот у нас хищник. Проводим частенько. «Монстро», Майкл Сталь Дэвид, Одет Юстман. «Монстро». Я даже не знаю, что за... Господи. «Прощальную вечеринку», уезжающего в Японию Роба прерывает громогласный рык. Нечто напало на Нью-Йорк, сея панику, разрушение и пожирая людей. Армия бессильна, Манхэттен объявлен закрытой зоной. А где-то неподалеку от Центрального парка в беду попала девушка Роба. Вот такие вот скриншоты. Ух. Вау. «Годзилла». Воу. «Годзилла», коллекционное издание. Ух, внутри такое. Ножище такая. Камера PlayStation 3. Я когда-то хотел ее себе купить вместо вебки. Может быть, на лом ее отдать вместо вебки. Она все-таки посимпатичнее будет. Она снимает хорошо, но ее скорее подключить будет сложно. PlayStation 3 камера. Какой качественный провод. Ё-моё, он полкило весит. Микрофончик. Торсет подржавел, что ли. Теперь у нас и камера есть от PlayStation 3. Давайте глянем, что дальше. Вижу еще диски. Yeah, baby, yeah, я вижу этот фильм. Да, Брюс, мать его, всемогущий. Одна из любимейших моих комедий. Я очень часто ее смотрел. Много раз ее...
Это что, термопаста, что ли? Часто я к ней возвращаюсь. Что ж такое? Павел, термопаста. Кто знает шутку, тот поймет. Джим Керри, Брюс всемогущий. Ну, хорош, коллекционное издание, опять-таки. Класс, посмотри. В хорошем состоянии дисочек. Видимо, никто его не юзал. Так, Джим Керри. Вот так вот. Ну, естественно, молодая Дженнифер Энистон. Муми. The Mumia. Приключения, неподвластное времени. Брэндон Фрейзер, Джет Ли. Вот такой вот фильм. Почитатели по-любому есть в этого кино. Так, дергается фокус. Вот так вот, пацаны. Мумия. Шикарный внутри арт. Тоже следующее на очереди. Silent, мать его. Ил. Рэдди Митчелл, Шон Бин, Лори Холден, Рон Гэбриэл, Сайлент Хилл. Молодая мать, отчаявшись найти лекарство от таинственного заболевания своей дочери Шерон, отказывается отдать ее в психиатрическую лечебницу. Вместе с Шерон она отправляется в Сайлент Хилл. Ну, думаю, дальше, пацаны, читать не стоит. Этот фильм, блин, заслуживает уважухи и респекта. Кто не в курсе, есть одна из самых страшных серий игр, это Silent Hill. Лично для меня это так и есть. Никакие резики рядом не стоят. Резик больше про сложность. Silent Hill все-таки про стрёмную атмосферу. Я просил этот диск у Павла. Но я не думал, что у меня будет их вот столько этих дисков. Блин, класс. Silent Hill — это шикарный фильм. Пацаны, кто не смотрел, есть две части этого кино. Тени. Темный рыцарь. Кристиан Бейл. Это темный рыцарь с Кристианом Бейлом. Ну, в принципе, частей там довольно-таки много выходило. А какую я смотрел, это, походу, где-то 6-го года. Темный рыцарь — это всегда хорошо. Белый — это элегантность. А здесь я не посмотрел диск. Ух, ё-моё, ты посмотрел Сайлент Хилла, какая внутри облова. Ох, бляха-муха. Ух. Здесь переборщили, здесь, конечно, бреда понаписывали. Олеса. Мамочка идет. Шикарно, блин. Фильм «Мгла». Следующий фильм. Фильм «Мгла». В небольшом городке штата Мэн. Большие проблемы. Сокрушительный ураган отключил город от связи с внешним миром, после чего с ближайших гор спускается кромешный туман. Художник Дэвид Рейтон с маленьким сыном Билли, новым соседом Брентом, выезжает в местный супермаркет. Там вместе с прочими покупателями, местными приезжими, они становятся заложниками стихии. Странно, как я пропустил этот фильм. Купа! Явление. О, Марк Уолберг. Да. Не совсем мой любимый актер, но часто снимается в неплохих фильмах. Здравствуй, папа, Новый год. К примеру. Комедия есть такая, две части. Ну хорошо, это кино. А что у нас еще есть по ссылочке, а? Ага. Я вижу... геймпэды! Ничего себе, трастовая. Класс. И вот по ссылочке были еще два геймпада. Батареек нету? Нет, пусто. Три мини-пальчиков. Это напряг, у меня таких нету. Вот такие еще два геймпадика. И у нас мышка! Вейп. Какая-то мышка вейп. Ну, такая для дома, как говорится, пригодится. Вы скажете, а как же без мужских подарков? Как это, как? А вот это вы видели? Кабарне 1985 года урожай. Класс, смотри, бутылочка винца. Авторский кутаж. Кутаж. Коктебель Монтеруж.
Ну, Павел, ты красава вообще. Вот такая вот бутылочка винишка от Павла. И это еще не все. Куда же мужикам без короны? Без короны, мужик. Как без короны? Так, корона. Корона экстра. Это хороший пивас. Довольно, кстати, крепенький, несмотря на размер бутылочки. Вставляет он нехило. 4,5 алкоголя. Знаем, слышали. Блин, спасибо за корону. Дорогое пиво. Однако. Крепкое. Ну, конечно же. Куда ж пиво без... Без люк с беконом. Здесь с маком бекона. Хорош, довольно-таки большая пачечка. А ты говорил, надо распаковывать на стриме. Нет, надо распаковывать отдельным видосом. Ну и чтобы на утро не сушило. Always Coca-Cola Original Test. Вот такая у нас бутылочка колы. Класс. Класс. Вот кола — это классно. Ты посмотри, а? Уже весь стол заполнил. Ну не зря 13 килограмм, не зря, ничего себе. Так, хорош, баралтишка, ну ты хорош. Ой-то ты шо? Колу, не хватает места уже. Хищник. Хищник, фильм «Хищник». Хороший фильм. Смотрели мы на стриме. Хороший, ух, хорош. Хорош десочек в таком классическом стиле. Свеженький. Американский самолет был сбит партизанами в Южной Америке. Оставшийся в живых, экипаж находится в плену. Здрасте. О чем речь вообще? Разве с этого начинается этот фильм? Да вы что, блин, вот это да. Хорош. Спасибо, Павел. Друзья, я выложил еще... До конца все диски, вот еще последняя стопка. Итак, тут фильмов 40, я не знаю, не меньше. Давайте посмотрим. Идентификацию Борна, превосходство Борна. Два DVD. Красиво. Уилл Смит, легенда. Легенда с Уиллом Смитом. Блин, ну легенда — это тоже про конец света фильм. Адаптация одноименного романа Ричарда Мэнсона о неизвестном вирусе, унесшем жизни половины населения земного шара. Я легенда. Корабль-призрак. Ой, класс. Это ж такая классика, ё-моё. Корабль-призрак, о чем вы вообще? Это шикарно. Класс. Помните, каких струну я там разрезал? Вот так вот. Фильм ужасни. Да. Фильм ужасни. Корабль-призрак. Да-да-да. И следующий фильм — «Посейдон». Интересно. Не знаю, что за фильм. Кто знает, что за фильм? Напишите в комментах, что за фильм. Вот такой. Просто времени очень много на каждый диск. «Железный человек». Вот так вот, Роберт Дауни. Я думаю, «Железный человек» все знают, что за фильм. У нас тут внутри. Такой обычный. Давайте в стороночку. «Халк». Ну, «Халк» — это хорошо. «Халк» я смотрел одну из частей. Ух, опять «Звездные войны». Блин, ну «Звездные войны»... Уважуха за «Звездные войны». Я люблю этот фильм. Класс, давайте внутри. Ух. Ух. Так вот. Хэнкок. Хэнкок. Опять Уилл Смит. Хэнкок рулит. Ну, Хэнкок, я думаю, вы все в курсе, что за фильм. А это по комиксам, по-моему. Кто в курсе, напишите, а. Это плохо будет. «Призрачный гонщик». Следующий фильм. И Николас Кейдж. Наконец-то Николас Кейдж попал в эту подборочку. Хороший актер. Чтобы спасти своего отца от верной гибели, байкер-экстремал Джонни Блейз заключает сделку с дьяволом. По-моему, еще мода пошла на 3D кино.
Да, этот фильм был в 3D. Очень активно пиарили 3D. Ямакаси 2. О, интересно. Тут неожиданно. Интересно. Ну, тоже кино своего времени. Мировую известность. Эпизод 5 «Звездные войны». Ничего себе, что все эпизоды. Класс, ну ты красава, я не знал. Так, что ты любишь «Звездные войны»? Ну, шикарно. Тут любой фильм, какой ни возьми, можно смотреть. О-о-о. Да. Плохие парни. Мартин Лоуренс. Да, отдайте мне кинжал. Блин, классный актер тоже. Плохие парни 2, если кто не смотрел, можно тоже, в принципе, так себя глянуть. Дань уважения этим актерам. Хороший диск, плотный такой. На двух дисках, что ли? А вот где второй диск? Тут Мартин Лоуренс еще молодой. А здесь они вообще худые. Как бы с каждой частью у него набухает лицо все больше и больше. Да. Красивый диск. И заключительный час пик с Крисом Такером и Джеки Чаном. В хорошем состоянии диск, причем час пик и час пик 2. Две части кино в одном. На одном. В одной коробке. Вот так вот выглядит фильм внутри. Кое-что еще от Павла у нас остается. А это сладкие ништяки. И не только. Ух, ничего себе. Ну ты, братишка, прям как по-дружески отправил. Молодец. Спасибо. Корона в баночке. Приятно. Не пил ни разу. Вот это интересно попробовать. Вот она. Корона в баночке. Это что такое? Халва Сонечникова. Красава, блин. Как приятно, блядь. Как будто бы родные выслали посылку. Это халва, пацаны. Кто не в курсе, это халва. Ой, да ты шо, вот это ты молодец. А конфетки, бараночки. Шикарно, жалейки, которых я уже все мечтаю купить, этих жалеек. Ты посмотри, а. Посмотри, какое чудо. А это вам, а? Это ладно. Но еще есть кофе. Кофе Якобс, 10 чашек. Ну, я маме дам, она любитель, в принципе, больше кофе, чем я. Пусть пьет, раз его нет, кончилось. И шикарная баночка молока сгущенного. Молоко не сбырано, сгущенное с сукром. Вот такой вот комплект. Я, кстати, как раз кофе с молоком и люблю. Без него не понимаю. Не, ну иногда тоже так хочется выпить. Но вот это вот набор действительно шикарный. Павел, спасибо тебе огромное за такую щедрую посылку. И вот именно вот такие вещи, как кофе, сладости, меня порадовали. Вот. Гораздо больше, наверное, чем даже все остальное. Очень приятно, очень такая домашняя посылочка. Павлу лайк, заходите к нему на канал, возможно, кому интересно. Павел играет в гонки. Павел Жряда 1985. Я напишу здесь название его канала. Переходите, общайтесь, заходите к нему на стримы. Это почти все, что было в посылке. Там еще остался экран для проектора, он мне высылал. Но я его здесь просто показать не могу. Он тупо не поместится. Он завернут вот так вот. Переслой. Но я не просил, ты же мне уже высылал. Но... Да и вообще этого всего я не просил. Чтобы вы понимали, с чего все началось. С того, что я говорю, мне нужно буквально там 2-3 фильма.
И мы просто начали говорить на эту тему. Он говорит, у меня типа есть там такие-то такие фильмы. И вот это все превратилось в вот такую вот посылку приятных ништяков. Павел, спасибо большое. Всем и поиграл. Поставьте лайк, напишите комментарий. Ждите новых распаковок. На выходных выйдет распаковка, если кто не в курсе. Первая уже была распаковка. Это диски PlayStation One. Я по чуть-чуть собираю, рассказываю вам. Вот, свои впечатления. Я люблю PlayStation 1. В частности, мы распаковали Quake 2. Вот этот дисочек. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста, видео. Я постарался. На канале оно есть. До встречи на стримах. Будем, может быть, вот это вот пить, когда я выздоровлю. Вот, потому что сейчас не до этого просто. Всем спасибо за внимание. Всем и поиграл. Жду ваших комментов. До встречи.